Заседание ученого совета началось в торжественной части подписания соглашения о взаимодействии между региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Татарстан и Институтом управления экономикой и финансов КФУ. Соглашение предполагает более глубокую работу в области развития географии и ее значения в современном мире. Кратко и емко задачи назвал руководитель регионального отделения Дмитрий Шиллер. Во второй части в ходе обсуждения зачитали каждую тему диссертации и обсудили в отдельности с разных точек зрения. Сам ученый совет был максимально представительным. По результатам не все темы работ были приняты в представленном виде. Ректор КФУ Ильшат Гафуров призвал более тщательно подбирать темы диссертационных работ. Следующее заседание ученого совета состоится через месяц. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз.